Попал я в машине уже. Не удержался. Да. На самом деле сказал, будем ждать до вечера. Да, вечером платок, который она полтора часа одевала, полтора часа снимала его. Набрал 3-литровую банку иголочек. Well, the sky broke in two. I found you dancing alone. And the room filled up with you. In a song we both know. That's when you caught me with your eyes. We're sending shivers down my spine. And then you whispered in my ear. You said, I can feel it too. And then you pulled me into you. Очень, ну, как бы длительный период длилось. Мама начала паниковать, то, что мы опаздываем на никах. У нас оставалось буквально минут 15 доехать от дома до мечети. Ильдар очень надежный человек. Я не думаю, я уверена в этом, что иншалла у нас все будет хорошо. Ильдар очень хочет много детей. Не знаю, как я смогу это сделать. Он мне воспитывать надо. Я хотела 3, а он хочет 7. Я постараюсь. И единственное, где я волновалась, это в мечети. Вот там я на самом деле переживала. Больше после мечети я окончательно успокоилась, то, что все, мы вместе. Да. Это передала им, чтобы мы прочитали никах и сказали, ну, дали свое согласие.
а регистрация это уже немножечко другое. Searching for the light, and you see no hope in sight. Be sure and have no doubt, he is always close to you. He's the one who knows you best, he knows what's in your heart. You'll find your peace at last if you just have faith in him. You're always in my heart and mind, your name is mentioned every day. I follow you no matter what. My biggest wish is to see you one day. 'Cause I believe, I believe, I believe. Do you believe? Oh, oh, oh. Do you believe? 'Cause I believe in the man who used to be, so full of love and harmony. He fought for peace and liberty, and never would he hurt anything. He was a merciful mankind, a teacher till the end of time. No creature could be compared with him, so full of light and blessings. You're always in my heart and mind, your name is mentioned every day. I'll follow you no matter what. God wills for me one day, 'cause I believe. Как бы в Альметьевском районе, где я сама родилась и жила до того, как, ну, как закончила школу и поступила сюда в институт, у нас там есть такое, то, что кто приходит на никак, он делает всем подарки. Это все гости делают всем подарки. Но мы не стали придерживаться этого, это было бы очень много народу, все ходят и поздравляют друг друга. Мы просто договорились, то, что мы сделаем всем гостям маленькие подарочки. Женщинам мы купили платки, мужчинам тюбетейки. Старшим мужчинам. Да, взрослым мужчинам. А молодежи мы подарили книжечки «Молитва необходима на каждый день», вроде что-то вроде такого. И Азалии, моей маленькой племяннице, мы подарили книжечку такую детскую, тоже связанную с исламом, там какие-то поучительные сказки. На самом деле было не так. Когда нас все поздравили уже, он такой: ладно, я тебя поздравлю потом. Только потом, когда мы уже выходили из мечети, он взял меня за руку, и мы вышли вместе. Troubles that I try to hide makes me wanna wash away my whole world inside. I think it's time that I make changes in the things I do. This weight on my chest, I am ready to lose. And all this time,
upon the steady smile. And all of that time I was getting in my own way. I had to tell myself. А ещё что у нас было? В Ривьере. Почему у нас была регистрация в Ривьере? В Ривьере? Да. Не знаю, да? Потому что мы выездной захотели? Нет, потому что мы там познакомились. А, ладно, точно. Кстати, незамываемое событие, потому что как-то жених и невеста, они всегда серьезные, сдержанные. А тут Эльдар проявил такую инициативу, начал танцевать. Но это, получается, знак, то, что он на самом деле был счастлив в этот момент. Не каждый мужчина просто пойдет вот так вот в пляс. Shower room.
running. I almost can't remember who this girl might be. And then she came back and I couldn't believe my eyes. This pretty young thing with her eyes on me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, icky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. А когда мы гуляли после регистрации, мы зашли в ресторан, где мы сидели в первый день. Any minute now. Ship is coming in. I'll keep checking the horizon. And I'll stand on the bow and feel the waves come crashing, come crashing down, down. Вообще изначально у нас на свадьбе должно было быть, ну, много родственников, где-то порядка 200 человек, 300 человек, наверное. Вот, ну, так подумали, что это очень такое массовое мероприятие, такое сложное на самом деле, поэтому самые близкие только позвали. Ну, в принципе, даже то, что это было все в один день, и никак, и свадьба. Мы все успели, и прошло, в принципе, все так хорошо. Мы нигде не опаздывали, так спокойно гуляли. Ну, то есть не чувствовали вот такую нервозность, нервотрепку какую-то в себе, а вот все как-то гладко так прошло. Видимо, то, что, может, подготовка какая-то такая основательная, она все-таки дает свое. Татар сөзі, мотор татар сөзі айтасыз. Сізге де біледі. Мен сені яратам. Мен сені яратам. Қош келді. Так, тағын екіне. Сәмсіз. Исәмсіз. Кеткенде сау болыңыз дейміз. Сау болыңыз. Әби бабай. Шәп болды мына мындай біздің пропускной билет. Первый танец. Самый да, в самом начале. Потом поздравления и игры. Кызым Резиде, кияу Илдар. Сезне чын күңілден туй мәжілесігіз білен тәбрик итем. Бүгін сезнің яңа ғайлегіз туды. Ғайле ұчағыз пысқымасын, ғымыр бойы дірләп янсын. From this moment
Бүгіннән сіз икегіз бір бітін болып яши башлайсыз. Тұрмыш юлығыз ызын болсын, мәхәбәтегіз гымырлік болсын. Авыр шақта бір-бірігізге таяныш болығыз, шатлық қуанышларыңызны ұрта кетігіз, керек вақытта бір-бірігізге юл қоя білігіз. Үзігізге бірсінен бірсі матур, сол сәлемет балалар, әбізге сиерге ұнықылар бүлек итегіз. Илдар, біз қызымыз Резидені қадырләп үстірдік, қазір сені ұшанып тапшырамыз. Менен сізге бұчымадан нақты метрған бүлегім бар. I give my hand to you with all my heart. Хочется, чтобы в этой семейной жизни вам всегда сопутствовала удача, успех. Но в жизни бывает всякое. Не всегда сыпется перед вами лепестки роз. Бывают и колючие ветки наступать приходится. Поэтому хотелось бы вот в эти тяжелые моменты жизни, чтобы вы друг другу всегда находили возможность помочь, подсказать, поддержать, поставить друг другу плечо или протянуть руку помощи. Живите, советуясь друг с другом. Желаем вам, самое главное, конечно, сохранить крепкое здоровье и, как мамы сказали, принести нам крепких внуков, чтобы мы долго не ждали. Желаем вам светлого жизненного пути, чтобы вы всегда были рядом, помогали друг другу жить жизни. Всего вам самого наилучшего. Мы сегодня вступили в законный брак, семейный союз любви и дружбы. Настал желанный час, и вы стали родными, мужем и женой. С этого дня вы начинаете строить свою семью. Я желаю, чтобы в вашем доме всегда было светло и тепло от вашей взаимной любви, чтобы у вас были здоровые, умные, послушные дети. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, долгой счастливой жизни, совет вам и любовь. Все стало намного спокойнее. Прекратились поиски. Пищи. Ну не пищи, зачем? Ну то есть стандартизация жизни произошла определенная. То есть, ну, в свое русло вошел я, так скажем. Нашел смысл в жизни. Да, послушайте. Ну, то есть... что, семья – это половина веры. Ну да, да. Налево не стали ходить деньги. Что ты говоришь, а на камеру? Ну нет, не в смысле налево идут. На всякие пустяки. На всякие пустяки, да, вот я хотел сказать. Не налево уж. Well, I need you, darling.
let it shine on me. Turn on your love light and let it shine on me. A little bit higher, 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 a little bit higher. Hey, a little bit higher, oh, let it shine on me. Hey, hey, hey. На самом деле замужем хорошо. Все говорят, брак, хорошее дело брака мне назовут, но замужество это, ну как бы, наверное, все равно каждый человек стремится вот создать семью. И когда семьи нет, это какая-то вот пустота, незаконченность, незавершенность. А вот тут вот, ну, чувствуешь уже вот то, что семейный очаг есть, вот это какая-то завершенность, какая-то стабильность в жизни. Дай бог, чтобы так всю жизнь было. И чтобы, ну, наша семья, наверное, увеличивалась, размножалась. Женатый человек живет дольше.
И так в семейной жизни бывает разное. Самое хорошо, что мы вместе читаем намаз вместе вдвоем. Развиваемся как-то. Да, славим. Развиваемся вместе. Читаем книги. Изучаем. Друг другу даем информацию, спорим. Там рождается истина. Или еще не рождается пока. Ну, спорим, я имею в виду. Рассуждаем, как бы. Рассуждаем, да, этот. Как бы друг друга. Подталкиваем, может быть, да, в какие-то моменты. Someone wired to please. I keep taking my aim, pushing it higher. Wanna shine bright, even brighter now. Wish I could tell myself, don't try so hard. God gives you grace and you can't earn it. Don't think хочу выращивать рыб. Сейчас завести козу. Но резида не хочет ее доить. Кто-то знает кого-нибудь другого, да? Кто будет доить? Да. Ты поймешь. Нас просто не будем покупать козу. Кадырлы Аляр Атиляр. Мы хотим вам сказать ответное наше слово о том, что вы нас вырастили. Вложили в нас душу. Мы 100% откладываем по жизни вот все, что мы делаем со 100%, со 100% отдачей. Так вы нас воспитали. Иногда вы нам, когда говорите, там, почему вот вы так делаете или вот так, мы говорим, вот вы же нас воспитали, мы делаем вот все от и до, на 100%. Не можем мы вот сделать вот на 99,5, так скажем, процента. Большое вам за это спасибо. Мы всегда вас будем благодарить за это, помнить и не забывать. Также хотели сказать спасибо своим родственникам, которые приехали и поздравили нас в этот прекрасный день, своих друзей. Спасибо большое операторам Тамаде, который вел этот вечер. Всем-всем. Всем, кто кормил нас сегодня, поил. Всем. Хочется сказать спасибо всем гостям, которые пришли на наш праздник и разделили с нами эту радость нашего такого события, нашего никаха. Спасибо за все теплые слова, которые вы нам сказали. И пусть все ваши пожелания сбудутся. Отдельное спасибо хочется сказать нашим родителям, самым дорогим и любимым для нас людям, за то, что они воспитали нас такими порядочными, хорошими людьми. И отдельное спасибо им хочется сказать, что они помогли нам организовать этот праздник. Если бы не родители, наверное, этого праздника бы не было. Нас бы даже, может, и не было. Вот, я очень готовила так старательно этот праздник, и я очень довольна, что все получилось, как мы хотели.
Well, I'm back in your good graces again. Remember when you told me that I was your only friend? Well, you made the best of this life where you never knew. One day from the next, dig your heels in a little girl, put them to the test. You gotta be kind to yourself. Потом погода была вообще хорошая, ну не жаркая и не холодная. Ни дождя, ничего не было, все было идеально. Дождик был. Ну это все хорошо. Было ночью. У меня причем все такие знаменательные события почему-то связаны с дождем. Вот я родилась, мама сказала, был дождь. У меня выпускной был дождь. Когда мы с Эльдаром познакомились, мы вообще под дождем гуляли, я вся полностью промокла. И в день нашей свадьбы целый день не было дождя. И как только мы приехали домой, начался дождь, ливень, прям такой сильный, очень сильный. Ждем следующего дождя.